Добрый вечер. Я продолжаю специальный выпуск программы «Поле чудес» и представляю финальную тройку политических игроков. Ангела Меркель, город Берлин. Барак Обама, город Вашингтон. И Александр Григорьевич Лукашенко, город-герой Минск. Барак, вращайте барабан. Мистер Путин, я готов назвать слово целиком. Хорошо, тогда я напомню вопрос. Кто является самым влиятельным политиком в мире? Я. Это неправильный ответ. Правильный ответ – я.